Бонжорно, дорогие мои друзья! Тема у нас сегодня аппетитная. Вкратце расскажу про итальянскую кухню. А по воскресеньям и праздникам это вообще оргия кулинарная. Итак, это среднестатистический итальянский завтрак. Для меня йогурт с двумя ложками микса семян. Лен, семечки, мак или же две ложки этих хлопьев. Для моего мужа пряники или такие пряники. Он пряники любит. Печенье. Кстати, обратите внимание на банку из-под огурцов, не выбрасывать же. Я здесь просто вот скотчем картинку наклеила. И обязательно кофе не должно отсутствовать. Завтрак – это сладкое и кофе, или чай, но чай редко кто из итальянцев пьет. Варенье с хлебцами, мюсли, йогурт, пряники, печенье, корнеты и остальные сладости их нетипичные, итальянские. Редко кто будет кушать яичницу по утрам из итальянцев, и никогда не увидите итальянцев, которые с утра будут кушать суп, макарошки, рис, плов. Этого они по утрам кушать не будут. Обед – это между 13 и 15 часами дня. Не буду вдаваться в подробности, кто, например, из-за работы обед берет с собой или кушает вне дома. Домашний обед – это первое блюдо на основе риса, ризотто или минестра, супы разные, фасолевые блюда, блюда с картошкой, блюда с макаронами, с разными соусами. Главное, чтобы обед был плотным и сытным. Может быть первое, второе, сладкое и обязательно кофе в конце. А на обед у нас сегодня паста. Вот такая. С мидией и моллюсками. Надо было бы петрушку немножко сверху, но петрушки нет. Ужин легкий между 19 и 21 часов вечера. Салатик с мясом, рыбка, курочка, фрукты, можно красного винца прихлебнуть, сырочек, колбаску к винцу. Покушать они любят. Часто видишь такое, что, например, едешь в метро в 7 часов утра, сидят рядом две итальянки, и про что они разговаривают? Про то, что вчера готовили и что будут кушать сегодня. Про еду они могут разговаривать бесконечно. Также у них принято кушать всей семьей. Например, я прихожу домой в 6 часов вечера. Мой муж приходит в 9 часов вечера. Вот вы мне объясните, почему я его должна ждать до 9 часов вечера голодная, чтобы покушать вместе? Он вначале обижался, говорил, вот у них традиция такая, тем более на юге мы живем в компании. Но теперь привык, смирился. А в воскресенье это вообще оргия кулинарная. В воскресенье принято ходить по гостям. Это могут быть пожилые родители, братья или сестры, или друзья. Но в обед, в воскресенье ты в гостях обычно. И тут такое начинается. Сядешь за стол в 12 часов дня и выходишь со стола в 6 часов вечера. Да, быть в форме Виталий тяжело, по себе знаю.
недавно задумывалась, что итальянская кухня имеет много общего с нашей, с русской. Например, ихние тортеллини с мясом, те же самые пельмени с мясом наши, ихние равиоли с творогом, те же самые вареники наши. Они также кушают картошку, как мы. Они также кушают супы, как мы. Но они туда майонез не кладят просто. Итальянцы это называют традициональным ихним блюдом. У нас это называется яичница с луком. Лук я уже немножко поджарила, и он немножко остыл. Что только делаю? Я его добавляю к яйцам в отдельную тарелку. Мешаю. И переливаю обратно. Так, надо переворачивать. Так, аккуратненько. Сюда. Итак, ужин готов. Традициональное итальянское блюдо фриттата кон ля чиполе. По-нашему, яичница с луком. И если признаться честно, то качество продуктов в Италии лучше. Та же самая картошка, например, ее можно выращивать 4 раза в год. Или помидоры. В последний раз в России купила помидоры, красивые такие, дорогие. Но вкуса никакого нет. А здесь в Неаполе купишь помидоры, самые дешевые, так они вкусные. Возможно, поэтому и живут они дольше, потому что качество жизни лучше, качество питания лучше, погода лучше.